где море огней. Снова туда с тоскою моей светит прожектор, фанфары гремят. Публика ждет, будь смелей, акробат. Со смертью играю, смелый, дерзок мой трюк. Все замирает, все смолкает вокруг. Слушая скрипку, дамы в ложах вздохнут. Скажут с улыбкой храбрый шут. Да, я шут, я циркач, так что же? Пусть меня так зовут вельможи, как они от меня далеки, далеки, никогда не дадут руки. Смычок опущен и мелодия допета, мой конь, как птица, по кругу мчится. Дождем душистым на манеж летят букеты, но номер кончен и гаснет свет. Лепестки на песок, никто не знает, как мой путь одинок. Сквозь ночь и ветер мне идти суждено. Нигде не светит мне родное окно. Греться у чужого огня, но где же сердце, что полюбит меня? Живу без ласки, боль свою затая. Всегда быть в маске, судьба. А после Георга Калнгвича я сам мистера Икса петь не стал просто. Дома попробовал. А я всегда, когда занимаюсь, я записываюсь на магнитофон, прослушиваю все время. Занимался, и потом думаю, нет, хорошая ария, но после отца я петь. Я никогда в жизни, никогда не вручал никому мужчине цветы. Это вообще так, если призадуматься, думаю, что это мужчине цветы. Но здесь я не выдержал, пришел когда к нему на концерт, сел в первый ряд и вынес ему букет цветов. Арне Мик долгие годы был главным режиссером и художественным руководителем театра «Эстония». В 52-м начинающим певцом он делил с Карлом Отцом одну гримерную. В гримерную его сына, Георга Отца, Арне Мик заглядывает и по сей день. Столько с ней связано всяких воспоминаний. Düsseldorf nehme, Lugensiga Dana weiß. Это тоже трогательно, что никто, который уже раз в жизни с голосом Георга Отца встретился, его забыть не может. Георг Отц прожил всего 55 лет.
За эту короткую жизнь он то спешил, то не спешил, но свое человеческое предназначение осуществил в полной мере. В независимой Эстонии поначалу имя Георга Отца было вычеркнуто, как и все, что было связано с советским периодом. Даже корабль, названный в честь певца после его смерти, был продан за границу. Однако, когда страсти улеглись, обнаружилось, что Георг Отц по-прежнему самый знаменитый в мире эстонец. О нем снова говорят, страна тоже поняла, наконец, что без прошлого нет будущего.